сегодня в программе. Понимаете, в чем дело? Я не пишу закон под названием «Жилищный кодекс». Я даже вам адрес знаю, куда вам можно написать с этим вопросом. Называется «Государственная дума». Часто жильцы не могут договориться о мирном существовании и бьются за каждый метр. Причем битва разворачивается весьма нешуточная. Казалось бы, близкие люди всегда смогут договориться, но исключения попадаются сплошь и рядом. Вы-то мне сами уверены, вы откуда их взяли? Я уверен. Вы откуда взяли? Ну, познакомились меня. Да вы лишитесь сейчас квартиры вместе с вашими знакомствами, понимаете? Не секрет, что взрослые дети должны оказывать помощь своим престарелым родителям. Но бывает совсем наоборот. 30-летняя дочь садится на шею пенсионера и начинает учить его жизни. Что делать, если мама сошла с ума? Она таскает маленькую дочь собирать вещи по помойкам и кормит девочку пищевыми отходами. Конечно, ребенка необходимо изолировать, причем в срочном порядке. Оставайтесь с нами. Служащие из Балашихи обращаются в суд с иском о вселении в квартиру и о нечинении препятствий в пользовании жилплощадью. Ответчик Екатерина Ермакова, менеджер, выдвигает встречный иск о прекращении права пользования жены брата и о снятии ее с регистрационного учета. Пожалуйста, истцы, я вас слушаю. Ваша честь, я являюсь собственником квартиры, квартира приватизирована. У меня доля составляет 1/4. Ответчик у меня родная сестра получается, у нее доля составляет в квартире 3/4. Было все нормально. Мы решили обратиться в суд только потому, что с недавних пор моей жене сестра не дает спокойно жить. 5 лет назад мы поженились, зарегистрировались. Собственником был я и моя мать. После того, как у сестры появились 2 детей, мать подарила свою долю квартиры, 3/4, подарила сестре. Сестра с тех пор не дает моей жене спокойно жить. То есть она... Постоянно ее терроризируют, постоянно устраивает скандалы, не дает пользоваться кухней, не дает пользоваться местами общего пользования. Жена практически не может даже из нашей комнаты выйти. Комната 9 метров, то есть моя доля как-то все равно больше получается. Дошло до того, что даже вещи жены, меня не было дома, вещи жены выставили на улицу. Я потом пришел, сестра отвечает, сам говорит, живи, а жена здесь жить не будет. Что уже только не делали, дошло до того, что она... Истец, простите, пожалуйста, а вы считаете, что ответчик не права? Подождите. Вы считаете, что не права? Ну, у меня она вообще... Нет, тезис следующий, да, который вы сейчас привели, что ваша сестра говорит, сам живи, а жена твоя нет. Вы считаете, что ваша сестра не права? Она не права, потому что она до этого была согласна, чтобы жена проживала со мной вместе. Ваша честь, можно я скажу? Дело в том, что вот мы 5 лет уже живем с Николаем, да, меня вот Лида зовут, вот, я зарегистрирована в этой квартире, понимаете? Дело в том, что при регистрации была собственником мама. Сейчас она Николая, стала Новый собственник имеет право требовать выселения и снятия с регистрационного учета лиц, которые имеют право пользования в этой квартире, если эти лица не являются членами его семьи. Имеет право? Так она так моя жена. Нет, регистрация брака не порождает автоматического права возникновения прав на жилье. Я собственник. Без согласия другого сособственника вы не имеете права вселяться, ставиться на регистрационный учет в этой квартире. Я уже стою на... собственник поменялся. Так что мне значит, с женой уходить получается? На улице мы жить, и так уже живем на улице, получается. Только одному родственнику, только другому.
Володя, можешь жить, а мне твоя жена не нужна. Она всю квартиру загадила. Извините, пожалуйста, но просто мне куда? Как быть? Мне на улице оставаться? Простите, пожалуйста, но я не... Простите, пожалуйста, но я... Вот понимаете, в чем дело? Я не пишу закон под названием «Жилищный кодекс». Я даже вам адрес знаю, куда вам можно написать с этим вопросом. Называется «Государственная дума». Вот задайте им вопрос. Когда они принимали жилищный кодекс с этой нормой? А норма, она императивная. Понимаете, в чем дело? Нам четко совершенно написано. Хорошо, так она и отселяться, и делиться не, да, не собирается. То есть мы даже хотели разъехаться, чтобы было... Нет, нет, у вас даже нет возможности, у вас даже нет возможности в принудительном размене, в отличие от муниципального жилья. Только по обоюдному согласию. Пожалуйста, вы можете ставить вопрос о том, чтобы ваша сестра выкупила вашу долю. Пожалуйста, это ваше право. Так в том-то и дело, она и не собирается выкупать. Не собирается, тогда продавайте третьему лицу. А получается так, у нее муж тоже не зарегистрирован. Ну, я зарегистрирована пока еще в этой квартире, а ее муж вообще не зарегистрирован. Нет, мой муж. Соответственно, нет, мой муж если ваш супруг не давал письменного согласия на проведение регистрации, супруг ответчицы также подлежит выселению. Ну вот, значит, и мужа твоего тоже так выселят. Ничего не будет с моим мужем, не выселите вы моего мужа, потому что мой муж — это мой муж. Ответчик, я бы на вашем месте так категорично не была. Позиция абсолютно одинакова в отношении вашего мужа и в отношении супруги истца. Вот она абсолютно, хотя бы официально зарегистрирована. Она одинакова на 100%. Просто сейчас истцы ставят вопрос о вселении и нечинении препятствий. А завтра они пойдут, напишут исковое заявление о выселении вашего супруга. Понимаете? И вы поменяетесь местами. И вы будете говорить, что это мой муж. И вам на это судья скажет, ну и что? Пока истец не даст письменного согласия, как владелец 1/4 части, ваш супруг там не может проживать. Ваша честь, дело в том, что я этот вопрос предлагала решить более мирным путем еще до того, как дело все это вообще в суд передано было. Я предлагала им... у моего мужа есть гараж. Он его продал. У нас есть в наличии 765 тысяч рублей. Мы хотели эти деньги плюс. Я хотела добавить свои средства плюс материнский капитал свой. И чтобы дать им, чтобы они купить им там квартиру. Однокомнатная квартира, нормальная, пусть живут отдельно, без ссор, без драк, без клок и без всего. Чтобы в пригороде получили, а потом получили право собственности. У вас есть возможность, истцы, у вас есть возможность уточнить исковые требования. Дайте, чтобы множество процессов не затягивать. Ну, так, чтобы вот завтра вы не приезжали в суд, не писали исковое заявление. Уточняйте исковые требования. Я тогда встречно требую, чтобы... Нет, не встречно, вы дополняете. Я дополняю свои требования, кроме вселения в квартиру, я требую выселения ее мужа. А я, ваша честь, я не согласна. Я требую выселить ее, потому что она всю квартиру загадила. Не потому что кто-то кому-то квартиру загадил, а потому что вы не даете согласия на пользование женой вашего брата данной квартирой. А истец, как сособственник, не дает своего согласия на пользование квартирой вашего супруга. А я сейчас уйду и вынесу решение. И вашего супруга выселить, и жену брата. Вот что ты творишь? Ты думаешь об этом? Да. Да, почему? Я думаю. Почему нельзя мирно жить? Там по людей жить не может. Ответчик, подумайте. Я вашего мужа тоже выселю. Выселю. Ты со своими принципами сейчас без ничего останешься. Я просто сокращаю необходимость судебных процедур. Понимаете, в чем? Вы скажите, я вашего супруга тоже выселю. Вы согласны? Ваша честь, ну извините, но я же как собственник жилья все равно имею больше прав на эту квартиру. А истец... Вот, пожалуйста, у меня есть все документы. А истец не имеет права? У меня точно такие же документы. Передайте, пожалуйста, через судью. А простите, а истец не имеет права? Ну скажите мне, вы имеете, у вас 3/4, а истец 1/4 имеет право? На улице? Да, он имеет право, но дело в том, что можно же договориться. Я им предлагала хороший вариант, а они же его не хотят. Можно. Вы сейчас пытаетесь со мной договориться? Нет, я до суда пыталась с ними договориться. Так, суд удаляется. Я им деньги свои личные собирала. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать.
Далее в программе. Вы-то в них сами уверены, вы откуда их взяли? Я уверен. Вы откуда взяли их? Ну, познакомился, вот так вот познакомили меня. Да вы лишитесь сейчас квартиры вместе с вашими знакомствами, понимаете? Павел Кравченко глубоко возмущен поведением дочери. Она совсем забросила отца и не желает о нем заботиться. Пенсионер намерен избавиться от Натальи. Но дочка категорически отказывается покидать насиженное место. А есть правда, я нормальная. Я не состою в психиатрической диспансере. Знаете, когда вы посетили дом этой женщины... Да вообще его не кормят ничем. Анна Игнатьевна, успокойтесь. Константин Рогов шокирован тем, что его бывшая жена начала собирать вещи по помойкам и считает, что у нее не все в порядке с головой. Мужчина хочет, чтобы ребенок жил с ним. Но Анна Рогова уверена, что Косте нужна не дочь, а квартира. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, рассмотрев исковые требования истцов, возражения ответчика по заявленному иску, а также рассмотрев встречные исковые требования, заявленные ответчиком в судебном заседании, рассмотрев дополнения, которые были сделаны истцом в ходе судебного заседания до момента оглашения решения, основной иск с учетом дополнений суд считает необходимым удовлетворить и выносит решение о прекращении права пользования в квартире супруга ответчицы. В остальной части заявленных исковых требований суд отказывает. Встречный иск суд удовлетворяет частично и прекращает право пользования в квартире жены брата и выносит решение о снятии ее с регистрационного учета. Суд удовлетворяет в части как основной, так и встречные исковые требования, потому что спорная квартира находится в общей долевой собственности брата и сестры, а владение, пользование и распоряжение общим имуществом осуществляется по согласию всех сособственников в соответствии с правилами статьи 247 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данной ситуации между ответчиком и вашей женой каких-либо семейных и родственных отношений не имеется, возникло достаточно конфликтная ситуация. Тем самым суд может прийти к выводу, что указанные семейные отношения прекратились, и поэтому ответчик, как собственник квартиры, имеет право требовать выселения и снятия с регистрационного учета. В этой части исковые требования удовлетворяются. Естественно, суд не может выселить и снять с регистрационного учета со собственника квартиры, поэтому ваши права в данной квартире полностью сохранены. Суд также выносит решение об удовлетворении требований искового о выселении, снятии с регистрационного учета, прекращении права пользования вашего мужа, поскольку истец на дальнейшее проживание и пользование квартирой своего согласия как сособственник не давал. Таким образом, вы и ваш супруг подлежат выселению, снятию с регистрационного учета. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Основной и встречный иски удовлетворить. Я свою жену люблю. Будем размениваться, другого выхода нет. Если бы она меня не выгнала, ее бы, может, тоже никто бы не выгнал. Но жить мы вместе все равно не будем. Я все равно что-нибудь придумаю, добьюсь своего и брата от себя, и переселю вместе с его женушкой. А теперь вернемся в зал суда. Истец Павел Кравченко, пенсионер из Ярославля, предъявляет иск о прекращении права пользования дочери в квартире и о снятии ее с регистрационного учета по месту жительства. Ответчик Наталья Кравченко, временно безработная из Рыбинска, исковые требования не признает. Я подал иск на выписку своей дочери из этой квартиры и снятие с регистрационного учета. Основание у меня заключается в том, что последние больше полгода в этой квартире она не проживает. За квартиру не платит. Оплачиваю я сам все. Получается, там, если взять по деньгам, так сказать, задолжала она больше 9 тысяч рублей. Квартплата месячная 3200 рублей. За этот период она мне дала только 600 рублей всего. А ты не просил денег? Да. Ну,
Подожди, я сейчас это все скажу. В принципе, получается, да, но у меня еще это то, что я хочу. У меня еще есть свои основания для того, чтобы ее выписать. Мне нужно для своей жизни их делать, поэтому я хочу, чтобы суд решил в мою пользу, чтобы выписать ее с этой квартиры. Истец, а квартира у вас, режим квартиры, скажите мне, пожалуйста. Она у вас муниципальная или собственная? Нет, ваша честь, квартира это у меня собственная. Я ее сам лично приватизировал. В этой квартире не был прописан, была прописана моя жена, вот, а дочь, она вышла замуж, была прописана у мужа, и 5 лет примерно назад она с мужем развелась. Ну, пришла, чуть ли не в ноги падала, говорит, папа, то так и так, вот случилось так. То есть ответчик имела право пользования в данной квартире, правильно? Она не имела права никакого пользования. Да, слушайте меня, понятно. Она имела право пользования, поскольку она была там зарегистрирована. Вы собственник, но ответчик, как ваша дочь. Нет, ваша честь, она была зарегистрирована у своего мужа. Нет, до мужа. А, до мужа была, да? До мужа, то есть ответчик была зарегистрирована в указанной квартире, следовательно, имела право пользования. После этого ваша дочь выходит замуж, снимается с регистрационного учета и встает на регистрационный учет по месту жительства своего супруга. После расторжения брака вы оттуда снялись с регистрационного учета? Да, я снялась с регистрационного учета мужа и вернулась обратно к отцу. И на основании вашего согласия, поскольку без вашего согласия это невозможно было сделать, ваша дочь была вновь зарегистрирована в указанном квартире. Все правильно. Ну что же, я как свою дочь и пропишу, что ли, к себе. Да, я взял и прописал. Скажите... Но без права собственности. Нет, естественно. Я поэтому все время говорю, что только право пользования. Потому что у нас регистрация по месту жительства, у лиц появляется только право пользования данной жилплощадью. Скажите, пожалуйста, вы считаете необходимым снять вашу дочь с регистрационного учета и прекратить право пользования, потому что вы считаете, что у вас утрачены родственные отношения? Можете мне сказать, семейные отношения ваши утрачены? Ну, утрачены тоже нельзя сказать. Мы по телефону разговариваем. Она вот как? Она вот у меня заболела моя мать. Она живет в другом городе. Моя жена выписалась с этой квартиры и поехала помогать моей матери. Вот как раз до этого, когда я приватизирую квартиру, она со мной ее не хотела приватизировать. Говорит, сам приватизирую, сам все делаю, я не хочу в эти дела вмешиваться. Вот. И в данный момент просто дочь не знает, у нас, ну, мы в стадии развода, уже почти развод приближается, ничего скоро будем разведены. Вот. И поэтому, а когда получилось, моя жена поехала, ну, она за моей матерью ухаживала. И получается, что она сама заболела. И дочь подошла ко мне, говорит, ну, я, говорит, наверное, сам. Я ее попросил тоже, говорит, ну, может, поедешь, поможешь, но я же не могу там за старыми женщинами ухаживать. Это пеленки там, ну, сами понимаете, за ними уход нужен. А как я ухаживать за твоей же матерью, между прочим. Я не переживаю по той простой причине, что я нахожусь в другом городе по уходу за его матерью, моей бабушкой, и за своей матерью, то есть его женой пока еще, я так понимаю. По вашей же просьбе, истец? Мы вместе согласовали. Говорится, я предложила, она согласилась, потом... Да, это, в принципе, моя инициатива, да, была. Все расходы легли полностью, целиком и полностью, опять же, на меня. Я трачу свои деньги, также те деньги, которые получают пенсии. Все на лечение, да, естественно, я не оплачиваю. Но, кроме того, он мне не говорил оплачивать. То есть, он наоборот, я принесла ему эти 600 рублей, он сказал, не надо, ты что, не надо, не тебе деньги. А почему вы не написали заявление там, как сейчас эти называются, ПЖРО или так далее, о том, что ответчик фактически не проживает с требованием не начислять на нее коммунальные платежи? Здесь такая ситуация. Ну, когда она пришла, это, зарегистрировалась, я тогда спокойно и работал, и ремонты делал, там помогал, кран где закрутить, у меня всегда были деньги. Нет, истец, ну вы же говорите, выселите мою дочь, она не проживает. Выясняется, что она не просто не проживает, ну, она вообще на секундочку ухаживает за вашей мамой. В данный момент я за квартиру плачу 3 месяца. Я не могу заплатить. Дойдите до организации, которая занимается управлением вашего дома. Я не подавал никуда, я хотел договориться. Напишите, они не будут начислять. У нас, если человек не пользуется фактически, с какой стати вы должны платить за человека, который этим не пользуется? Да, все правильно, и лифт, и все прочее. Это же не жил. Напишите заявление, придут 2 раза комиссии проживать, проверять, живет там ответчик или нет. Вас проверять придут. Ну, я думал, мирно решим между собой, как говорится, вот.
Не поняла, ответчик, вы мне скажите просто, вот я как-то так. Нет, вот. Я хочу сейчас заключить договор ренты. Я договорился с женщиной, которая сама будет это, ну, оплачивать это все. Мне не хватает денег. Раз она не оплачивает, заключу предварительный договор ренты. Вот, и поэтому самое, но мне рентодатель говорит, либо остаешься один прописывать, чтобы дочери не было. Вот поэтому я сам это с ней договариваюсь. Во-первых, рентодатель это вы, а договор, с которым вы хотите заключить лицом, это будет рентополучатель. Рентополучатель, так тогда получается. Значит, самое, они не хотят, чтобы где-то потом бегать по судам, чтобы потом выписать что-то. У вас рентополучатель, на которого вы надеетесь и считаете, что он будет исправно исполнять свои обязанности и платить вам некое количество денег на материальное ваше содержание. Да, все правильно. Вам говорят о том, что поскольку в этой квартире еще есть один зарегистрированный человек, то что? Они не согласны заключить договор? Нет, не согласны. Найдите другого рентополучателя. Ну, это, знаете, так, не так просто найти. Ну, нашел время. А вы вообще уверены в этих людях, с которыми вы хотите заключить? Вы-то в них сами уверены? Вы откуда их взяли? Я уверен. Вы откуда взяли их? Ну, познакомился, вот так вот познакомили меня. Кто вас познакомил? Ну, знакомые познакомились с одной женщиной, которая пошла на это сама. Он еще не знает. Вы лишите сейчас квартиры вместе с вашими знакомствами, понимаете? Ну, все. И дочь на улицу, туда же. Ответчик, в чем истинная причина? Скажите, вы знаете, можете... Знаете, я вот с иском абсолютно не согласна моего отца. Я считаю, что я должна проживать Подождите, в этом доме. Я сейчас не об этом вас спрашиваю. В чем истинная причина, на ваш взгляд? Почему истец заявил такие исковые требования? Вы знаете, отец мой завел женщину, с которой проживает в этой квартире. Да, как я поняла теперь, что он с мамой разводится именно по этой причине, потому что я звонила, когда ему домой, вот, ну, узнавать, как всегда. Какой-то у вас изысканно сложный путь, вот правда, я не могу понять. Но оставили бы завещание в пользу женщины, с которой вы живете, ради бога. Какой-то он сложный у вас, понимаете? Не, ну я с ней не живу, это ее мнение такое. Просто это действительно мы должны... Как же не живешь, если я звоню, она телефон поднимает, она мне все прекрасно и популярно объяснила, что... Истец, спросите, пожалуйста, за нескромность. Вопрос. Та женщина, которую вы сейчас планируете заключить договор ренты, она ставит вам это условие? Она ставит как условие? Проживание в квартире поставлено с условием того, что будет заключен такой договор? Да, если будет самая, она выписана, то она заключает договор. Если нет, то значит это не будет. Ну, понятно. Так, мне все документы на квартиру, выписку из домовой книги, код и финансовый вызов. Что я больной, что это оплачено, все, пожалуйста. Какой так. Больной? Ты даже так. Тебе нет суд инвалидности. Удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. У меня есть право диспансера, я нормальная. Ответчик, я не состою в психиатрической диспансере. Знаете, когда мы посетили дом этой женщины, действительно... Да чем не кормишь ничем? Анна Игнатьевна, успокойтесь. Что делать, если мама сошла с ума? Она таскает маленькую дочь собирать вещи по помойкам и кормит девочку пищевыми отходами. Конечно, ребенка необходимо изолировать, причем в срочном порядке. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев все представленные документы и доказательства, в иске о прекращении права пользования ответчицы в квартире, принадлежащей истцу, и снятие ответчицы с регистрационного учета по месту жительства, суд считает необходимым отказать. В соответствии с правилами части 4 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения у бывшего члена его семьи право пользования может быть прекращено по требованию собственника. Совершеннолетние дети в случае, когда они не ведут общего хозяйства с родителями, также перестают быть членами семей своих родителей. В данном случае суд учитывает следующие обстоятельства. Ответчица выселилась из квартиры временно для того, чтобы осуществлять уход за матерью истца, то есть своей бабушкой, а также за женой истца, то есть своей матерью. Поэтому при таких обстоятельствах суд не может прийти к выводу о том, что прекращение права пользования данным жилым помещением для ответчика стало сверхнеобходимым, поскольку не может установить явный факт прекращения семейных обстоятельств, поскольку истцом в данном судебном заседании не отрицалось обстоятельство того, что ответчик вынужден
вынуждена, временно переселилась в другое место жительства. Суд хотел бы также пояснить истцу, что наличие в квартире иных зарегистрированных лиц не влияет на заключение арендного договора и не является препятствием к заключению такого договора. Суд хотел бы, правда, обратить внимание истца на следующее, что вы должны исходить из того, что ответчик сейчас забирает бабушку, вашу маму, вашу супругу, перевозит всех квартиру и выполняет ваши требования проживания в этой квартире. Вы согласны с таким вариантом? Да нет, конечно. Нет, конечно. Нет, конечно. Но вы согласитесь с тем, что ответчик не может одна осуществлять уход за вашей мамой? Что вы должны также нести определенные обязанности осуществлять? Моя жена выписана с этой квартиры. Нет, я сейчас обратите внимание, я пока только сейчас говорю по поводу вашей мамы. А, извините. Да, я бы на вашем месте, я не даю советов, но я бы на вашем месте оценила ситуацию и реально посмотрела, потому что вас должно насторожить требование заключения договора ренты. Не вообще какого-либо, не брака с вами, да, а именно рентного договора. Обратите внимание, это делается не просто так. И у вас есть такие достаточно реальные шансы просто потерять эту квартиру. Делается это разными способами, но вы должны это понять, чтобы не было поздно, когда вы прибежите и будете требовать признания рентного договора недействительным. Просто вы задумаетесь об этом. И это понятно, истец? Понятно, я вас призываю понятно, просто да. задуматься. Истец, ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. За моей матерью ухаживает моя дочь, за моей женой ухаживает, а за мной кто будет ухаживать? Я буду до конца бороться за свою жилплощадь, так как я там родилась и выросла. А теперь вернемся в зал суда. Истец Константин Рогов, бизнесмен из Мурманска, обращается в суд с иском об определении места жительства несовершеннолетней дочери с ним. Ответчик Анна Рогова, безработная, с иском не согласна. Считает, что дочь должна жить с матерью. 2 года назад мы развелись со своей супругой, и я посчитал так, что ребенку лучше будет жить с матерью. Я 2 года исправно платил алименты по 7000 рублей в месяц. И приходил каждые выходные, забирал ребенка с собой. Ты куда ты приходил? Что я не приходил? Приходил весь, приходил. Я приходил каждые выходные, забирал ребенка к себе. С ребенком проводил выходные. А если есть у меня среди недели свободное время, я также проводил с ребенком. Факт в чем? В том, что один раз, когда я приходил на выходные, получилось так, что я привел ребенка домой и встретил на лестничной площадке свою соседку, которая мне рассказала, что якобы моя бывшая супруга вместе с моим ребенком ходят по помойкам и собирают продукты, если вещи. Если ты не источник информации, то... Ответчик, ответчик. Ну, просто это та соседка, которая меня заняла. Понимаете, конечно, она будет всякую хинею про меня нести. Но... Ответчик, ответчик. Продукты, вещи, игрушки. И я решил зайти на сайт. В интернет, на сайт, который называется... Жесткая вещь. Как? Жесткая вещь. Такая иконка есть, где можно увидеть много интересных вещей. Там есть и бомжи, и все остальное. Но это не факт. Факт в том, что я увидел на одном из видео... Просто жесть называется сайт. Увидел видео, где была моя супруга с моей несовершеннолетней дочерью. Где они собирают вот эти продукты, вещи, игрушки. Где она кормит моего ребенка с помойки. Для этого у меня есть доказательства, вот, ваша честь, я могу приобщить к делу и продемонстрировать все это. Вы сами увидите то, что я не вру, я говорю правду. Суд принимает это в качестве доказательства в том случае, когда так называемый протокол этого сайта
заверены нотариально, то сейчас у нас нотариусы обладают правами заверять протоколы сайта. То есть вы обращаетесь к нотариусу, он по вашему указанию открывает по определенному электронному адресу или по адресу сайта, открывает этот сайт и заверяет протокол, то есть выписываются все исходные данные и информация, которая в этот момент размещена на этом сайте. Мне известно, ваша честь. Подождите, естественно. То есть в этой ситуации, нотариус что делает? Он заверяет, что в такое-то время по такому-то адресу была размещена такая-то информация. И он, нотариус, это подтверждает. Вот тогда, безусловно, поскольку у нас интернет стал источником определенного рода информации, вот в этой ситуации то, что заверено нотариально, принимается судом как доказательство. У меня есть для этого нотариусом заверенный документ. Замечательно. Который... Тогда да, через судебного пристава передайте мне, пожалуйста, и также видеозапись ему передайте. А скажите, пожалуйста, истец, вы, прося суд определить место жительства ребенка совместно с вами, кто будет заниматься воспитанием ребенка? Ваша честь, я предложил как органы опеки и попечительства, поскольку у меня нет своей жилплощади, я зарегистрирован у отца в деревне, а работаю в городе, и также снимаю квартиру в городе, двухкомнатную квартиру, за которую я плачу 6 тысяч в месяц. А у меня заработная плата, у меня 21 тысяча. Естественно, я спрашиваю, кто будет заниматься воспитанием ребенка. Заниматься воспитанием ребенка я бы водил бы, поскольку у меня график 5-2, я бы водил его в садик. В тот же садик, который до этого дня и ходил мой ребенок. Ваша честь, у меня график работы с 9 до 5. До 5. часов. Работа у меня находится недалеко от садика. Я также могу ребенка забирать с садика, а если понадобится, я могу взять на няню. Ну, то есть выглядит примерно следующим образом. Пожалуйста, определите место жительства ребенка со мной, и вообще его воспитанием будет заниматься детский садик. Ваша честь, я предложил в органы опеки, когда я обратился для того, чтобы ребенка передали мне, отдали мне, я органы опеки согласны отдать, но поскольку у меня нет жилплощади, они сомневаются в этом. Я предложил такой вариант. Жить у своей бывшей супруги, поскольку ей от родителей досталась трехкомнатная квартира. Подождите, ответчик. Трехкомнатная квартира, которую она привела в полный хаос. Те же деньги, которые я трачу на квартиру, на съемную квартиру, я сделаю ремонт, также и буду тратить на своего ребенка эти деньги. Чем я буду выкидывать это впустую? Странновато на самом деле выглядит. Вы говорите так, значит, отдайте ребенка мне, я его буду сам водить в детский сад. А вообще хорошо бы еще, если бы я переехал в трехкомнатную квартиру бывшей супруги. Вообще все было бы замечательно для ребенка. Конечно, было бы все замечательно для ребенка. Здесь бы жил бы отец и мать. Ну, понятно, да. Будьте добры, пожалуйста, мне ваше свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении ребенка. Ваш папа твой бы там жил. Ответчик. Так, и будьте добры, пожалуйста, давайте мы начнем с того, что мы посмотрим видеозапись. Будьте добры, пожалуйста, судебный пристав. Так, ответчик, вы внимательно смотрите, для того, чтобы потом вы могли прокомментировать. Вот, ваша честь, она вынесла, якобы вынесла мусор. Так, пожалуйста, ответчик. Я не знаю, как они это все смонтировали, но то, подождите, что это смонтировано, это понятно. Подождите, нет, мы не будем с вами обсуждать ответчик. Есть нотариально заверенная информация, снятая с этого сайта.
Со своими денежными проблемами я разбираюсь сама. Есть добрые люди, которые отдают вещи даром. Да, я принимаю такие вещи в дар и забираю. Ребенка из помойки я не кормила, я это утверждаю. Еда была принесена мной из дома. Я всегда с собой беру еду, если выхожу с ребенком конечно, на улицу. Конечно, ваша честь. Можно выносить в 5 метрах и с тобой брать еду, вы не работаете, Нет, смешно. Когда нас бросил, мой бывший супруг, я была вынуждена уйти с работы, потому что я должна воспитывать ребенка. Я не могу его отдать посторонним людям. Я сама бывший педагог, и я видела, как мои коллеги обращаются с вверенными им детьми. То есть я им не доверяю. У вас нет основного источника дохода? Я получаю 6 тысяч как пособие по безработице, и по закону, мой бывший супруг выплачивает мне алименты. Поэтому я в состоянии содержать и воспитывать своего ребенка. Я не пьющая мать. И нет никаких оснований у меня его отбирать. Я хорошая, заботливая мать. Я всю себя отдала ребенку. И давайте еще раз. Поясните мне, пожалуйста, поскольку из этой видеозаписи четко совершенно видно, и оснований у суда нет сомневаться в этом, что вы, подойдя к мусорному ящику, достали оттуда пакет, из которого вы извлекли некое подобие еды, которую и отдали своему ребенку девочке. Можете мне сказать, чем это вызвано? А вы знаете, ваша честь, что люди сейчас зажрались и выбрасывают порой старинные вещи. Какие? Старинные вещи выбрасывают антиквариат и выбрасывают хорошие, даже иногда хорошие продукты. У нас вот в Москве жизнь такая. Ответчик, скажите, пожалуйста. А ты вообще не вмешивайся. Ребенка, ты вообще не вмешивайся. Ты нас бросил, и теперь твое дело странно. Платишь что свои деньги, не плати. Бросил? Я вам помогаю. Не кроме того, в что я плачу тебе элементы, все. Помимо этого, я тебе еще помолчи, помогаю. Помолчи, пожалуйста, а то сейчас тебя выведут под белые руки отсюда. Все, помолчи. Ответчик, под белые руки отсюда я вывожу. А не вы. Это первое. И второе. Мне ваши документы передайте, пожалуйста. Сколько лет вы уже не работаете? 2 года. 2 года. Угу. Так, как вы относитесь к идее того, что истец переедет к вам для того, чтобы помогать заниматься ребенком? Крайне отрицательно. И более того, я скажу, что это его хитроумный, зловещий план. И теперь я уже даже понимаю, что и женился-то он на мне только ради моей квартиры. От родителей мне досталась прекрасная трехкомнатная квартира. Он на мне женился. Ответ. И разводе он пытался ее отсудить. А теперь он хочет меня психушку сдать. А сам жить там с ребенком. Истец. А вы... Истец, скажите, пожалуйста, при расторжении брака вы ставили вопрос о разделе совместно нашего имущества? Нет, не ставил, ваша честь. Ответчик, вы придумываете? Нет, я ничего не придумаю. Я прекрасно знаю, о чем он там думает. Все его мысли мне понятны, хорошо, видны ответчик, как на ладони. Ответчик, в чем вы видите коварство истца? Скажите, с вашей он точки... хочет меня психушку сдать. Он так сфабриковывает все эти факты. Он там с какими-то моими соседями сумасшедшими в сговоре, чтобы меня сдать психушку здорового человека, забрать себе мою квартиру. А ребенка он тоже потом сдаст куда-нибудь. Я больше чем уверена, этому человеку нельзя доверять. Ваша он уже честь, со всеми сговорился, даже с органами опеки сговорился. Сдать. Просто предлагаю ей хотя бы на время полежать в больнице, привести себя в порядок. Вот, поскольку вот он вы сами видите, в каком хорошо. Неадекватном состоянии пожалуйста, она находится. Меня дочь пытается отобрать, а ответчик, она постоянно улыбаться. Ответчик, пожалуйста, органы опеки. Ваша честь, дело в том, что действительно это органы опеки, а не кто-либо. Это мы хотим, мы уже оформляем документы, хотим инициировать принудительное освидетельствование Анны Игнатьевны на предмет состояния здоровья. Потому что при проведении проверки по у меня есть поводу конфликта... Я нормальная! Ответчик, я не состою в психиатрической диспансере. Знаете, когда мы посетили дом этой женщины... Да вообще его не кормишь ничем! Анна Игнатьевна, успокойтесь. Во-первых, вот постоянно вот такое неадекватное поведение, истеричное, ничем не обоснованные выкрики, какие-то всплески. Посетили дом, там действительно очень много находится вот таких пакетов, какие мы сейчас видели на экране. От них исходит неприятный запах, мягко говоря, грязный. Визуально видно, что пакеты принесли с помойки. Когда мы мягко стали вот опрашивать ее, Анна говорит, ну зачем вот это вот все в доме? Она сказала, что это ее хобби. Что она действительно она не питается с помойки, а это ее хобби. Вы знаете, наводила на размышление то, что в доме она показала нам много золотых
украшений, купленных, а не с пломбами. Понимаете? Вот это сочетание роскоши, золота и грязи. Потом мы, знаете, она нам как-то обратилась и сказала, что она вот такая вот не работает, очень бедно. Помогите мне, говорит, у меня течет батарея на кухне. Естественно, в доме маленький ребенок, холодно. Мы сделали разовую выплату Анне Игнатьевне. 4500, чтобы она отремонтировала себе батарею. Естественно, раз мы выделили эти деньги, мы пошли проверить, как они использовались. Мы были очень удивлены, что на эти 4500 Анна Игнатьевна снова купила себе золотые украшения. Себе, да, вся золотом обвешена, вот, посмотрите, она потом себе, себе. Я ребенка своего покупаю, время сейчас нестабильное, да, поймите вы. Вот что параллельно с тем, что мы инициировали принудительное освидетельствование на предмет здоровья, мы еще хотим инициировать ограничения в родительских правах на время. И мы считаем, что девочку, мы не против, чтобы девочка жила с папой, но проблема в том, что действительно, как озвучил уже папа, у него нет своего жилья, он арендует жилье, завтра, не дай бог, он потеряет работу, он не может оплачивать жилье. И я уже вот говорила, Константин Игоревич, он хочет проживать на территории, это, во-первых, это жилищный вопрос, и по существу этот вопрос решаться будет не в этом судебном заседании, если он этого хочет. А во-вторых, если мы собираемся ограничивать в родительских правах Анну Игнатьевну, то ребенок никак не может проживать с ней, понимаете? Если брать ребенка себе, то значит нужно решать вопрос, где будет жить ребенок вместе с вами. Константин Юрьевич, решайте эту проблему, вы же отец. Конечно, я решу этот вопрос. И для меня как бы этот, в этом вопрос... Нет, просто, нет, подождите, просто нарушается определенная логика. Понимаете, в чем дело? И органы опеки и попечительства подтверждают вашу точку зрения, ну, как бы ваше некое утверждение, что ответчик в силу там, определенного эмоционального состояния, физического состояния, предположительно, не может справляться с воспитанием ребенка. Да, то есть и органы опеки и попечительства в своем заключении указали на... определенное антисанитарное состояние, жилищные условия и так далее, и так далее. То есть ребенку там нехорошо. Но при этом вы говорите, а вот отдайте мне ребенка, вы же просите определить место жительства ребенка с вами, и при этом говорите, ну то поеду я жить туда. То есть вы хотите, забрав ребенка, вернуться там, где ей плохо. Почему-то я никак не могу... Один из вариантов, если мне органы опеки не отдают ребенка на съемную квартиру. Там-то хоть я сделаю ремонт, и как бы это все у меня будет. Естественно, но согласитесь со мной, вы говорите, ребенку там плохо, но я вернусь с ребенком, я с ребенком вернусь туда, где ребенку плохо. Так я создам все условия для того, чтобы ребенку там было хорошо. Нет, он считает, что он может защитить ребенка от матери. Это в будущем. Вы все говорите про будущее, а спор решается сегодня, а не про будущее. Я не могу исходить из того, что вы вернетесь жить туда. Ну, это нереально просто. Ну, хотя бы пусть мне вернут, да, дадут такое право органам опеки. Мы посмотрели договор аренды, ваша честь, на длительный срок. Неопределенный срок. Просто вот арендовали, и он живет. Даже мы умудрились напасть, приехала мама его как раз, привезла ему продукты. Привезла там курятину, мясо, яйца. Ну, даже мама согласна помочь. Но там нормальные условия. Условия нормальные. В самой съемной квартире условия нормальные. Да. Суд удаляется для принятия решений. Прошу всех встать. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, а также опросив в качестве третьего лица представителей органов опеки и попечительства и приобщив их в заключение к материалам дела, заявленные исковые требования удовлетворяет и выносит решение об определении места жительства ребенка по месту жительства отца. Суд определил место жительства малолетней дочери по месту жительства отца, потому что в настоящее время по месту жительства отца имеются благоприятные условия для жизни ребенка, для его воспитания и развития по сопоставлению с условиями проживания ребенка у мамы.
суд учел то обстоятельство, что ответчик в силу своего состояния ненадлежаще выполняет родительские обязанности по отношению к дочери. В квартире наблюдаются антисанитарные условия. Квартира заполнена предметами, принесенными из мусоросборников. Кроме того, существуют определенные проблемы с водоснабжением данной квартиры, с электричеством, поскольку, если я посмотрела, органы опеки предоставили сведения о том, какая задолженность сейчас образовалась за уплату электроэнергии. То есть суд считает, что для девочки не созданы элементарные условия для проживания. Даже несмотря на то, что как бы у папы на сегодняшний день есть только квартира, которую он, как бы, которую он занимает по договору найма, договор заключен бессрочно. Истец представил справки о том, что у него постоянный источник дохода. Я так понимаю, что, видимо, ваша мама тоже готова вам помочь в этой ситуации, в воспитании ребенка. Поэтому вот исходя из сопоставления, суд считает, что можно определить место жительства ребенка совместно с вами. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, благодарит вас, органы опеки и попечительства. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Я рад, что дочь теперь со мной. Я сделаю все условия, создам для своей дочери, чтобы она забыла этот страшный кошмар, в котором она жила. У меня только одна надежда, один выход. Я сделаю в своей квартире ремонт, одну комнату буду сдавать и брошу все силы и средства, чтобы вернуть свою дочь обратно.